участников юбилейного 5-го по счету международного музыкального фестиваля. 2 дня здесь будет царить живая музыка. Первый день молодые музыканты исполнят песни в стиле рок, а во второй – фолк-музыки. По традиции, площадкой проведения первого дня фестиваля стал берег озера Севан. Далее фестиваль переместится в центральную часть одноименного города, который находится буквально в 10 минутах езды на автомобиле. Постепенно за годы своего существования фестиваль стал важным событием и занял достойное место в культурной жизни Армении. Одна из его главных целей – дать возможность начинающим коллективам заявить о себе и обрести новых слушателей. Идея проведения фестиваля возникла 5 лет назад, когда мы вместе с членами Севанского молодежного клуба решили внести изменения в жизнь нашего региона через язык культуры. Так возникла идея фестиваля. Его главная цель – способствовать изменениям в сфере экономики и культуры региона, а также защиты окружающей среды, чтобы в этих направлениях были положительные сдвиги. В этом году для участия в фестивале было подано более 50 заявок из самых разных стран – Германии, Франции, Королевства Марокко и многих других. Однако по финансовым причинам не все смогли приехать в Армению. Всего на фестивале выступят 14 групп, среди которых коллективы из Грузии и России. Одна из них – группа из Москвы под названием «Каникулы на Марсе». Музыканты исполняют песни в стиле камеди-рок. Вечера я в баре с друзьями, две клёвые девчонки познакомились с нами. Мы выпиваем, смеемся, танцуем, пацаны заказали колен с маракуйей. Девочка Лена меня съедает глазами, уже представляет, что между нами. И мне точно светит, вам так я скажу. Но я одеваюсь и ухожу везде. Ну куда мы еду? Парев, зовут он Ахберджан, и еще много некоторых слов, которые я успел выучить за этот день, здесь, за вчерашний, точнее. Мы группа «Каникулы на Марсе», это Лев, он вокалист и в большинстве случаев композитор наших вещей. Вот большая часть. Да. Я, грубо говоря, являюсь в какой-то степени лидером группы, наверное, то есть основателем. Также я пишу тексты, то есть большинство текстов, которые вы сегодня слышите, это его сочинения, и есть вещи, которые тоже Лев пишет. Это очень большая ответственность выступать на таком мероприятии, тем более это типа, зарубежные гастроли, мы старались. Вот, и мы не можем привезти сюда сырой материал, поэтому брали только проверенные вещи, которые уже точно заходят на зрителя. Музыка объединила людей. Армянские слушатели тепло встречали всех участников фестиваля, в особенности хорошо известных местных музыкантов, группу Art Phoenix, Drive Dreamers, Shaygan и многих других. Организаторы мероприятия обещают, что второй день фестиваля будет не менее интересным и запоминающимся.